тогда-то со стоплясочкой будет. Иди твою за ногу, какая красоточка! Тихо. Следующая остановка Ржевская. Осторожно, двери закрываются. Платформа Рижская вообще на другом направлении. Я знаю. Какая красоточка.
Следующая остановка Дмитровская. Какой формат громкий, да? Неплохо. Мне нравится. Почему Ржевск оставили? Потому что вот память города Ржева. А вот там дальше будет Рижский. Вон там. За этими всеми там Рижский. Следующая остановка Дмитровская. Осторожно, двери закрываются. Может быть, старый информатор? Ржевск. Он же Рижская. Здесь Рижская. Ну там вот Рижская. Вот Рижская, третья, что-то. А, и дальше вон там вот первая, вторая там Рига. Рижская. Вот объясните мне, вот они. Thank you.
небольшому кусочку второго диаметра и... еще ходят? Да. Они же должны были уйти с открытием центра. Это вообще это двое. Да уж. Может, перегонка? Да нет, с пассажирами. Дмитровская. Следующая остановка Гражданская. Следующая остановка Гражданская. Осторожно, двери закрываются. Гражданская. Следующая остановка – Красный Балтиец.
вообще экспресс. Следующая остановка – Красный Балтиец. Осторожно, двери закрываются. Ну, если не считать первый диаметр, задержками, то, думаю, это можно закрыть глаза. Красный Балтиец. Следующая остановка – Ленинградская. Следующая остановка – Ленинградская. Осторожно, двери закрываются. Thank you.
Ленинградская. Следующая остановка Покровская, Стрешнева. Следующая остановка Покровская, Стрешнева. Осторожно, двери закрываются. Мы были на мы только что просрали Стрешнева. Нет, подожди, сначала Ленинградская, потом Покровская, Стрешнева, потом просто Стрешнева. Нет, мы сейчас на только что на Стрешнева были, ку-ку гараж. Получается, мы это просрали, да? Да. Тогда выйдем на Покровскую, Стрешнева. Или на Стрешнева. Да, вот мы лохи. Нас потом судило название Ленинградская. А на Покровке стрельнуть тройки или здесь на Стрешнева лучше? Сначала были на Покровке, потом на Стрешнева. Покровская, Стрешнева. Следующая остановка Тушино. Знаешь, информаторы старые. Тут, да. Тут.